Всем привет! Сегодня я на воде, на лодке. Штиль, полный штиль. Попробуем половить хищника. Попробуем на пантоновский спиннинг. Тест 2.10. Повесим блесенку. Посмотрим, мог у него хищник. Все, что сниму, все покажу вам. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Скоро хочу сделать обзор спиннингов. В основном у меня Pantone 21, серия Гад. Добре. Друзья, смотрите, какая красавица, не хочет сниматься, резвая такая, вот на блесенку отозвалась, здорово. Молодец. Видите, какие щупачки у нас берут, классно. Короче, поплавал на лодке 10 окуней, щука и все. Решил еще с берега. Сейчас пару раз кинул, словил рака. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. случае 2 часа на воблер бросал. 2 схода было такие. На отводной 4 окуня маленьких ладошечных. Ну все, как-то слабовато. Кто смотрел, спасибо, подписывайтесь. Всего вам хорошего, пока.